Значит, вот что получилось. Снимаем с охраны. Пикает, моргает. Ставим на охрану. Пикает, моргает. Пытаемся постучать. Так, если сейчас поставим, пытаемся наклонить, но он тоже будет пищать. В общем, сейчас пока, если кто-то пытается ключом или как-то еще включить зажигание, он тоже ругается. То есть вот такая вот история. Пока все это работает, ну надо собрать, скомпоновать, все это установить. Вот. А запуск я, наверное, не буду делать, это лишнее на таком мопеде. Ну а так, в принципе, все остальное работает. Осталось только собрать красиво, чтобы это было, и крышечками закрыть. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.